Специалисты фонда Константина Хабенского проводят консультации в Северной Осетии. Эксперты нейроонкологии совместно со специалистами детской республиканской больницы рассмотрели клинические случаи опухоли мозга и онкозаболевания у детей. Прием начался утром и продолжается до сих пор. Специалисты изучают историю болезни и дают консультации по дальнейшему лечению. Отметим, что в республике на онкоучете состоят 160 детей с различными злокачественными новообразованиями. В этом регионе может осуществляться лечение детей с опухолью ЦНС. В первую очередь это химиотерапия. Нет никаких противопоказаний, нет никаких на сегодняшний день, с моей стороны, нет никаких нарушений или каких-то ограничений, так даже могу сказать, для лечения этих пациентов. Они вполне могут лечиться здесь. Здесь есть диагностическая база, есть МРТ, есть компьютерная томография, есть все лабораторные методы обследования, и врачи вполне информированы. Мы с ними не первый год контактируем и работаем. Ведущие специалисты в области онкологии, нейрохирургии, лучевой терапии, ведущие специалисты Российской Федерации. Совместно со специалистами проводим консультации нашим пациентам с заболеваниями, с онкозаболеваниями центральной нервной системы.